Так ты боишься огня или нет? Я ничего не боюсь, но если я буду гореть, ты сгоришь вместе со мной! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня, по просьбе говорящего Тома, точнее, по его, так сказать, приказу, можно сказать, мы будем играть в игру «Говорящий Буратино». Я такого даже не слышала, я таком не знаю. Интересно, он монстр? Ну, если он друг Тома, значит, он наверняка монстр. Интересно, что он нам выдаст? Все, кто поставит лайк за 3 секунды и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет «Говорящий Буратино». 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы. Ну, а мы начинаем. Итак, мы заходим к этому человечку. Приласкай меня, пожалуйста, посмотрите на него, он так странно выглядит. Привет, Буратино. Это Пиноккио, а не Буратино. Он больше похож на Пиноккио. Это же Пиноккио? Ты Пиноккио? Я Буратино, глупая ты девчонка. А ты добрый или злой? Конечно же я добрый, Ксюша. Я найду тебя, я узнаю, где ты живешь, и я приду к тебе. О, ты сейчас сказал очень мерзко. Ладно, я тебя поглажу. Хоть и неприятно это делать после твоих слов. Не надо делать такое лицо. А мне хочется есть. Пошли на кухню. Ну пойдем. Что же интересно ест Пиноккио? Пиццу? Как дерево может есть пиццу? Пиноккио! Туалет хочу. Как он там делает свои дела за широкой ширмой. И мы смотрим на него, и теперь нужно его помыть срочно. Все как всегда, стандартно, мы намыливаем. Посмотрите, у него остается нос. Ладно, я не отважусь над ним смеяться. Я просто его помою, и все. И моя совесть будет чиста, как и наш Пиноккио. Он хочет спать? Серьезно? Я только зашла в игру, а он хочет спать. Как так вообще? Что за монстры такие? Ты же хотела развлекаться. Очень быстро восстанавливается сон. Это потрясающе. У всех деревьев так. О, смотрите, он открыл глаза во тьме, похлопал в ладоши. И мы перешли, кажется, на следующий уровень. А нет, у нас по-прежнему первый уровень. Пиноккио, скажи, а ты из дерева? Некоторые части моего тела сделаны из дерева, это правда. То есть ты боишься огня? К чему такие вопросы, Ксюша? Ты что, пытаешься выяснить мои слабые места? Нет, я не выясняю твои слабые места, мне просто интересно с тобой поговорить. Ну давай поговорим. Задавай вопросы поконкретнее, пожалуйста. Так ты боишься огня или нет? Я ничего не боюсь, но если я буду гореть, ты сгоришь вместе со мной! Угу. Это у тебя настроение, потому что на нуле ты так говоришь? Посмотрите, у него стоит датчик веселья, радости, эмоций на нуле. Что я могу сделать для тебя? Что ты умеешь? Давайте как-нибудь поднимать его. У нас есть музыка, боже. Это самый странный танец, который я когда-либо видела. Можно следующий трек? Этот не лучше. Он похож на марионетку. Ты сказала, что я марионетка? Я не хотела тебя обидеть. Нет. Следи за своими словами. Ты просто очень странно танцуешь. Иначе тебе будет плохо и больно. Не надо мне угрожать. Нет. Вот тебе монетка. Угу, спасибо за монетку. У нас 1053 монеты, кстати. А, он сам начал танцевать. Я не нажимала ни на чего. Ни на чего. Я же потеряла дар речи. Он просто сам начал танцевать. Мне кажется, он все-таки хочет меня впечатлить. Опять этот странный танец. Все, давай уйдем отсюда. Смотрите на его лицо, оно такое, какое-то немножечко, как будто бы презрительное в мою сторону. Типа он такой смотрит и думает, что ты здесь делаешь. Я просто тебя анализирую, хочу выяснить, какой ты человек. Слушайте, самое интересное, что у него даже не поднялся практически датчик настроения, что бы я ни делала. Пойдемте посмотрим, какая есть одежда у Пиноккио. Вот такая. Ой-ой-ой-ой-ой, вы слышите, как он скрипит телом? В принципе, все одинаковое. Зачем платить деньги за это, если вся одежда, в принципе, одинаковая? Просто обычные комбинезоны, такие с шортами, на подвязках. Я не готова за это платить. Интересно, у тебя есть красные глаза, как у всех монстров?
Смотрите, какие они жуткие. Он прям смотрит, как будто мне в душу. Это красные. А! Фиолетовые, синие. Вот эти вообще. Несмотря на то, что они розовые, казалось бы, должно быть получше все. Но они нифига не радуют. Они такие стеклянные. Вот это слово. Стекло. Ой, какой кошмар. Этот ужас. Еще сломанный телевизор. Давай уйдем. Посмотрите на его лицо. Он реально какой-то недовольный. Что еще есть в этой игре? Мне кажется, тебя нужно покормить. У нас кончилась еда, давайте купим ее. О! Как у него глаза разлетелись, давайте еще раз. О! Извини. Вот, возьмем все самое дешевое. За три, за три, за три, за три. Пойдемте его поить и кормить. Аккуратно. Еще. Вау, у нас второй уровень, ура! Кошка, очки, красная спальня. А пойдемте посмотрим, что за красная спальня у нас появилась. А где ее взять? Непонятно. Ты не наелся еще? Я просто скормила ему все, и он не наелся. Он рыгнул. Подожди! Ты как вообще так? Ну, в принципе, тут просто напитки. Он что, вообще ничего не ест? А вот, за 4 у нас есть бургеры. Давайте возьмем ему бургеров и пиццы. Бургера и еще. Давайте его покормим, чтобы он был доволен. Потому что я не знаю, что сделать Том, если я, так сказать, не сделаю хорошее что-то для его друга. Расскажи, а ты давно дружишь с Томом? С Томом мы очень давно дружим. Мы же все бессмертные монстры, если ты не знала. Он твой лучший друг? У меня очень мало друзей, и Том один из немногих, с кем я общаюсь. И чем вы занимаетесь, когда встречаетесь? Мы очень любим пугать вас, глупых людишек. Ой, лучше бы ты мне этого не рассказывал. У нас здесь есть мини-игры. Прыгающий Пиноккио, давайте сделаем. Вон он, наш Пиноккио, и, собственно, он прыгает. Давайте поднимем его до небес. Фу, там какое-то... мы летим выше всех! Пиноккио должен быть легкий. Оп, оп. Мне не нравится в этой игре то, что лестниц всегда становится меньше, и потом ты просто не можешь дальше идти, потому что тебе тупо некуда прыгать. Я лечу, все, капец, сейчас я точно проиграю. Проиграю. Нет, не проиграла. Ай-яй-яй, мне страшно. Капец, я сейчас проиграю, я не хочу этого. Нет. Они меняют направление! Нет! Нет! Еще чуть-чуть! Еще чуть-чуть, прошу! Прошу, 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 прошу! Воу! Все, я проиграла. Победа, и всего я выиграла 6 монет за такие нервы. Извините, я не хочу больше. Что еще здесь? О, у нас зато повысился уровень, и он на третьем. На третьем. Так. Настроение поднялось на 11%, но это ничто. Посмотрите, сзади как-то начал странно вести себя рояль, как будто там кто-то есть. О, он умеет играть! Какую ты музыку мне сыграешь? Я боюсь. Напоминает что-то конкретно мистическое, если честно, твоя игра. И дал мне еще и монетку за это. У нас выросло настроение на 16%. Получается, обратите внимание на все остальное. Старые часы, старый дом. Скажи, ты в этом доме живешь один? У этого дома очень длинная история. А что, ты хочешь прийти ко мне в гости? Нет, я не приду к тебе в гости. Спасибо за приглашение. Ну, это ничего страшного. Ведь в гости скоро приду к тебе я. Мне и так достаточно смотреть на тебя в игре. В этот дом я не пойду. О, мы можем делать это все вот так, чтобы были сердечки. А как пойти в спальню? Я хочу исправить. Да, у нас тут есть, кажется, с сердечками такая штука. Это новая. Давайте купим ее за 150. Так более романтично выглядит и не так страшно. Мне кажется, тебе нужно поспать, мой друг. Или нет? О, часы сработали, ты слышал? Давайте еще. О, да. Я нажала на унитаз, и из него полилась вода.
А как его отправить в туалет? Он что, не хочет? Здесь нет вывески туалет. Давайте его еще раз помоем. Дерево вообще нельзя, по сути, мочить. Ты знаешь об этом, Пиноккио? Так, все, я тебя смываю. И ты стал гораздо-гораздо чище. О, он сейчас таким голосом странным сказал. Ну что ж, Пиноккио, я прощаюсь с тобой. Ну что, теперь я жду тебя каждый день в этой игре. Да, я, может быть, еще раз зайду в твою игру. Я заставлю тебя заходить в эту игру каждый день. А как ты меня можешь заставить? Скоро ты все узнаешь, Ксюша, скоро узнаешь. Опять угрозы, почему вы, монстры, все угрожаете постоянно? До встречи в 3 часа ночи. Все, я поняла, иди-ка поспи, а? Поспи, спокойной ночи. Странно он сопит. Вот такая у нас была игра, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Посмотрите еще вот это видео. Люблю вас, целую, пока. Напишите свое мнение в комментариях о игре Пиноккио. И скажите, играть ли мне в нее еще раз.